Здравствуйте, меня зовут Роман. Я вот хотел сделать маленький обзор, первое впечатление и советы по тому, как увеличить срок службы ручного степлера. Вот приобрел такой степлер Intertool. Вот от него коробочка. Intertool 0202, RT0202. Первое впечатление. Степлер очень большой. Вот у меня есть степлер Ята. Он грязный, но просто он уже давно у меня, уже больше, около 4 лет или 5. Тоже и в краске, и в чем, ну, рабочий инструмент. И обратите внимание, он больше степлера. Этого магазин больше. Степлеры под одинаковую скобу. Это скоба ятовская скоба J, Tenovus J, потом Bosch это 57 и Stanley это 11. Ну, общеизвестно как 11 скоба. Она не такая, как распространенные все скобы. Это другая скоба. Вот, еще раз, первое впечатление, вот что магазин большой, это хорошо. Второе впечатление, негативное, ручка, обратите внимание, здесь и здесь. Вот эта дуга, она очень далеко от корпуса, то есть, чтобы обхватить, только кончики пальцев достают. И вот здесь, видите, то есть очень тяжело, то есть надо как-то вот, я не знаю, у меня рука вроде бы не короткая, но мне не достает. Красиво, ручка, красиво сделана, так, дизайн, но непрактично. Вот смотрите, видите, я обхватил, и у меня достает все. Степлер меньше, ручка другая. Вот, вот такая полукруглая вовнутрь, а здесь наружу. Непрактично, очень непрактично. По поводу, как увеличить срок службы. Вот обратите внимание, еще раз скажу, что степлер грязный, потому что краски там, где только он у меня, что только я им не пристал. Стегивал. И крашеные улики там приходилось ночью дорабатывать. Вот здесь вот, где упирается последняя скоба. Вот так она расположена сейчас. То, когда она вылетает, вторая за ней сминает немножко площадку, на которой она стоит. И она стирается полукругом. Сейчас попытаюсь еще раз показать как-то. Вот эта вот площадка, вот это вот. И она стирается полукругом, из-за чего скоба... Последняя уже вот так вот вылетает, следующая. Как бы вовнутрь магазина. Из-за чего стирается вот здесь. Вот видите, вот уже ямку выковыряла. Вот здесь и вот здесь. Из-за этого скобы забиваются сюда, вовнутрь магазин. И не вылетают. Это не лечится. Здесь никак нельзя ни сточить, ни заточить, не поровнять, потому что вот здесь вот получается все, ну, никуда не... Ну, это или менять полностью, ну, это ж не продается. Поэтому, чтобы увеличить срок службы, а так нужно вот эту мягкую сталь как-то закалить. Я это делаю. Вот здесь со штифта снимается стопорное кольцо.
магазин вынимается, и потом, не знаю, чем вы там, горелкой, на плите газовой, я на плите газовой вот это закаляю. Нужно закалить только вот эту часть. Весь магазин не надо, только вот эту часть, где будет само движение скоб. Это улучшит, намного улучшит. Срок службы, увеличит срок службы. Так что советую. Ну а в остальном степлер хороший. Кстати, еще как улучшить, бывают проблемы из-за того, что может быть скобы немножко тугие, в магазине двигаются туго, и вот эта пружина с магазина, как она у нее настроена, она не может протолкнуть. Пружину берут просто вот так, я оттягиваю и кончик растягиваю с этой стороны, и также тут оттягиваю и растягиваю, и посередине так же само растягиваю всю пружину, и тогда она, у нее упругость увеличивается. То есть растягивая вот так пружину, мы увеличиваем ее упругость. Ну и также можно силиконом побрызгать в сам магазин, чтобы скобы там двигались лучше. Вот такой вот обзор. Покупал я его в магазине «Специнструмент». Вот, можно адрес посмотреть. «Специнструмент.ua». Мне понравилась цена, очень недорого. Хотя с пересылкой, ну, цена кусается, но все же другой инструмент там тоже недорого. Ну, вот обратите внимание на этот пистолет. То есть единственное, чем он мне понравился, только это увеличенным магазином. Обхват ручки, ну, может быть, привыкну. Ну, не очень мне вот эта рука не достает. Вот такой вот обзор. Спасибо за внимание.